Как предчувствие было, говорю, Марин, давай в столовую зайдем, чай попьем. Не хочу. Говорю, ну давай тогда я просто провожу. Провел, что-то меня остановило. Говорю, это гостиный двор, а тебе надо до Купчино. Давай я тебя проведу до метро Невский проспект, и без никаких переходов ты просто сядешь. И если бы она бы села, как я ее просил, она просто в хвост села. А вот когда с гостиного двора, как раз по центру. И я позвонил, у меня предчувствие, потому что она должна быть там, просто по времени. Голос нормальный, как у вас. Она сказала, я еще не знаю, что со мной, но живая. Но нас везут в больницу. У нее проникновение брюшной полости, сделали операцию и в реанимационное отделение. Пол первого душа болит, я позвонил по горячей линии. Сказали, прислали, что от МЧС, и сказали, что живая. Так что будем только надеяться и молиться.